Теперь за испорченные скамейки, незаконные вывески на фасадах и за парковку на газоне должностным лицам придется заплатить аж в 5 раз больше. Примерно в 2 раза штрафы поднялись и за самовольную расклейку объявлений, а также за незаконную торговлю. Юридическим же лицам за нарушения придется выложить еще большие суммы. Так, за вывески на фасадах штраф поднялся в 50 раз. В 5 раз больше заплатят любители парковаться на газонах и те, кто не доносит мусор до урн. Законодательные инициативы, связанные с благоустройством, предлагают и в Гордуме. Правда, они касаются фасадов зданий, их содержания, инвентаризации и включения в программу капремонта. Это касается, в первую очередь, гостевых маршрутов. Их на сегодняшний день у нас было 27. Вот мы вместе с городской думой уже 38 маршрутов таких основных утвердили. Это достаточно серьезная часть города. Также изменения на региональном и федеральном уровнях коснутся закона о связи. Ведь в рамках программы «Чистое небо» планируется убрать максимум проводов, натянутых над улицами города. Но сделать это не дают некоторые пункты закона. Реализовать это намерены к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году.